Добрый день, меня зовут Вера. Сегодня расскажу о коллекции золотых украшений с сапфирами, рубинами, изумрудами, бриллиантами. Коллекция «Русские сезоны». Как всегда, на высочайшем уровне. Сапфиры, изумруды, рубины – самые популярные благородные драгоценные камни. Сапфир не зря называют королевским камнем. Им традиционно украшали короны королей. Самый известный сапфир святого Эдварда и сейчас украшает корону английских монархов. Несмотря на то, что в ювелирном деле встречаются сапфиры оранжевого, желтого, розового и даже зеленого цветов, более всего в сапфире ценятся, конечно, оттенки синего цвета. Зеленый изумруд тоже можно назвать королевским. Стоит лишь вспомнить знаменитые изумрудные копии Клеопатры. А вот рубин может побороться за звание царского камня из-за своей стремительно растущей уникальности. Крупнейшие месторождения рубинов практически исчерпаны, поэтому цены на них уже начинают расти. Сейчас они стоят на втором месте после бриллиантов по стоимости, а иногда и опережают их. Именно эти три царских камня вдохновили ювелиров на создание коллекции «Русские сезоны». Она выполнена в исконно русском стиле. Крупные золотые украшения с яркими камнями в обрамлении бриллиантов и тонкого кружева из золота 585-й пробы. Все украшения из этой коллекции произведены лучшими мастерами своего дела. Давайте посмотрим их филигранную работу поближе. Серьги из розового золота с 40 бриллиантами. Вес изделия от 2 грамм 28 миллиграмм. В каждом украшении по 2 сапфира. Удобный английский надежный замок позволит вам не волноваться, что такая красота случайно слетит или потеряется. Невероятно красивое золотое кольцо с 32 бриллиантами 0,06 карат и 3 сапфирами 1,043 карат, 2 других по 0,05 карат. С таким кольцом так просто ощутить себя особой королевских кровей. Прямо как Кейт Миддлтон или принцесса Диана. Как вы считаете? Золотой браслет с 35 бриллиантами и 15 сапфирами. Посмотрите, как красиво розовое золото перетекает в сверкающую бриллиантовую россыпь. Есть вариант этого браслета с изумрудами. Такое украшение больше подойдет девушкам со светлыми волосами и серыми или голубыми глазами. А вот необычные золотые серьги в форме цветка с 48 бриллиантами, 0,13 карат и изумрудной сердцевинкой. В каждой сережке по 2 изумруда. Вес изделия от 3 грамм 63 миллиграмм. Удобный и надежный английский замок. Коллекция «Русские сезоны» – это российские ювелирные традиции в безупречных украшениях с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. Я уверена, что каждая девушка или женщина выберет свой камень и свое украшение из этой коллекции. Целиком коллекцию вы можете посмотреть на нашем сайте sunlight.net или в мобильном приложении Sunlight. Ссылка на коллекцию уже есть в описании под этим видео.